и Сундок. Двойной концерт, двойное шоу. Весной 2006 года Тимати был приглашен на совместный концерт двух мировых звезд хип-хопа P. Diddy и Snoop Dogg, который проходил в Париже в рамках их совместного турне. Вот так мы отдыхаем. Москва, вот так мы отдыхаем. На автопати этого концерта Тимати познакомился с рэперами лично, в результате чего уже через два года выпустил совместную работу со Snoop Dogg. И вот новый поворот. На сей раз была достигнута договоренность с главным хип-хоп-магнатом, известным продюсером, дизайнером и исполнителем P. Diddy о совместной работе с главным хип-хоп-исполнителем России Тимати. А уже в ноябре в Лос-Анджелесе был снят клип на их совместный трек под названием «I'm on you». Привет, с вами P. Diddy. Это мой друг Тимати, а это режиссер, его зовут Паша. Мы готовимся к съемкам. Вот звенит звонок. Это будет круто. Открывать рот в нужный момент. И под песню чужого сочинения история непростая и почти искусство, называемая «Лип-дап». Корреспондент про новостей и интернет-эксплорер 9-бета нашли таких людей в глобальной сети и составили их психологический портрет. Именно это видео стало первым творением, привлекшим внимание к персоне Кинана Кахилла, 13-летнего подростка из Чикаго. Кривляние с открыванием рта под песню «That Hurts the Most» группы «Каскада» за пару месяцев посмотрели более 4 миллионов человек. Потом была Леди Гага. Кэти Перри. Целый десяток исполнителей. Менялись образы от гееподобного мальчика до брутального американского подростка. Не менялись только интерьеры комнатенки. Пролетают дни, года, но место, где забирается Кинан для создания шедевров, остается неизменным. Ты поешь и танцуешь, открывая рот. Что тебе больше нравится? Ну, я не знаю. Мне нравится открывать рот и нравится петь. Ты звезда? Ты чувствуешь себя звездой? Меня смотрят миллионы, и что из этого? Я далеко не первый. Популярность Кинана теперь так велика, что с недавних пор его приглашают на радио и даже на ТВ, подобно настоящей звезде. Совсем недавно Кинан дебютировал на Chicago VGN, где показал все, на что способно его тело и, конечно же, всем так полюбившийся рот. Выступление «Чудо-мальчика» стало веселым дополнением программы, но явно оказалось сюрпризом для мистера Погоды. Направление лип-даб, шевеление губами под известные песни, приобрело поистине планетарный масштаб. Подростки всего мира, как болезнь, подхватили новый вид досуга. На репетицию этого ролика ушла неделя. 172 канадских студента вместо того, чтобы учиться и ходить на занятия, вовсю открывали рот, блуждая по родному университету. Лип-даб под песню «I got a feeling» уже посмотрели 7,5 миллионов человек. В Китае нашлись свои любимцы у пользователей интернета. Коллектив China's Backstreet Boys уверенно шагает по просторам интернета. Два простых парня из китайского общежития возымели популярность благодаря открыванию рта под песню Backstreet Boys. Отсюда и название дуэта. Пользователей и зрителей не смущает низкое качество видео, записанного на обычную веб-камеру. China's Backstreet Boys успешно гастролируют по Китаю и регулярно снимают новые ролики. Широкий размах популярности подобной забавы подтверждает и то, что русские артисты также не прочь попробовать свои силы в лип-дабе. Кабины по созданию собственных смешных видео расставлены по всей столице. Это ли не подтверждение мирового признания? Теперь каждый может стать звездой интернета и даже выйти за рамки его родимого. А там недалеко до телевизионных и радиоинтервью. Какую песню, какой трек ты используешь для создания своего следующего видео? Ну, я не знаю. Наверное, это будет сингл «Ladies».
Мне очень нравится эта песня. Георгий Иващенко, Муз-ТВ.